Доброго вечера. Спасибо большое всем, что пришли и поддерживаете неформатную музыку. Сегодня для вас играет Александр Зингер на ударной установке. Александр Зингер на контрабасе. Макар Новиков. Меня зовут Евгений Лебедев, и композиция, которую мы только что сыграли, называлась «Русский танец». И мы продолжим в таком русском формате и плавно перескочим в другой континент, в Африку. И сыграем две композиции. Первая будет называться «Сказка», и за ней будет следовать композиция «Land of Sun», посвященная Африке, «Земля солнца». Thank you.
Thank you.
Спасибо. Это была композиция «Land of Sun», «Земля солнца». И сейчас мы хотим продолжить композиции, особенно которая для меня важна. И я думаю, что эта композиция написана о человеке, без которого никто из нас сегодня не сидел бы. Это, конечно же, не префект какого-нибудь округа и не президент, а это мама. И вот следующая композиция так и называется «Для мамы». Thank you.
композиция для мамы. Всем мамам в зале посвящается. И сейчас мы из маминого гнездышка перенесемся на берег Болгарии. Следующая композиция называется «На золотых песках».
Олег Столяров на контрабасе. И сейчас мы немного сбавим темп и сыграем балладу, которая посвящена одному из самых, на мой взгляд, влиятельных джазовых пианистов современности, который неожиданно умер для всех. Не умер, а погиб при... Он был дайвером и очень любил плавать под водой, и при невыясненных обстоятельствах погиб. Его зовут Эшбурн Свенсон, и эта композиция называется «Эшбурн». Thank you.
Спасибо. Это была композиция Эшбера. И как вы успели заметить, у нас в нашей музыке много влияний из разных стран. Но в какой-то момент я обнаружил, что нет ничего, что представляло американский континент, которому я дал 6 лет своей жизни. И такая композиция появилась, она называется «Boogie». We'll be right back.
Александр Джингер, Макар Новиков, контрабас. Макар Новиков, контрабас. На самом деле, это большая удача, что я сегодня делю сцену с этими замечательными музыкантами, потому что, хоть они и живут в Москве, но в Москве их никогда не бывает. И это очень большая удача, опять же, повторюсь, и спасибо вам, ребята. Сейчас я хочу пригласить на сцену еще одного музыканта, которого я люблю еще со студенческих времен. На мой взгляд, одного из лучших саксофонистов не только в Москве, но и в мире. Потому что по мышлению гармоническому и мелодическому я такого саксофониста больше не знаю. И хочу пригласить на сцену Андрея Красильникова. Андрей Красильников. И мы исполним композицию Уэйна Шортера, которая называется «Footprints» — «Следы». Thank you.
Андрей Косиненко, саксофон. И композиция «Кубки». Мы продолжим с авторской композицией. Продолжим авторской композиции Андрея Косильникова, которая была записана на его первом дебютном альбоме. И мне предоставилась такая честь сыграть на этом альбоме. И я попросил вот Андрея тоже принести эту вещь и сыграть сегодня. И она называется «Вальс для Елены». Thank you.
Давай за Еленой, Андрей, спасибо. Следующая композиция была написана с желанием объединить две культуры, восточную и западную. И, собственно, что-то из этого получилось, и она, эта композиция так и называется, «С востока на запад». Thank you.
Чтобы на запад. Андрей Косильников, саксофон. Александр Зингер, барабаны. Макар Новиков. Если вам нравится, что сегодня звучит, у нас есть диски для продажи или для подарков. Кто как попросит. И завершим мы свой сет, собственно, концерт, завершим мы композиция, которая называется «Над облаками».
Макар Новиков на контрабасе сегодня. Александр Зимний, барабаны. Меня зовут Евгений Левиков. Спасибо большое, что все сегодня пришли. Мы вас всех очень любим. Спасибо.